Во вторник в Самарской области будет облачно, с прояснениями, местами пройдет дождь. Сохранится теплая погода. В дневное время 19-25 с плюсом, ночью 13-15 выше 0. В Сызрани ясно и без осадков. Днем плюс 23 градуса, ночью плюс 15. Ветер западный, скорость 4 метра в секунду. В Тольятти дождь и пасмурно. Днем ясно и 22 тепла, ночью 15 выше 0. Юго-западный ветер 4 метра в секунду. В Самаре утром пройдет дождь, днем ясная погода и 22 градуса тепла. Ночью плюс 13, ветер юго-западного направления 3 метра в секунду, атмосферное давление 749 миллиметров ртутного столба. Влажность воздуха 52%, геомагнитное поле относительно спокойное. Прогноз погоды предоставлен погодным порталом kismeteo.ru.